Двери парикмахерской «Мишель» действительно открываются в 7 часов утра. У любого мастера есть такой клиент, которому необходимо успеть причесаться до работы. Но вряд ли кто рискнет поставить такую задачу перед парикмахером. А вот для Жанны Григорян и ее коллег начинать рабочее утро рано – это норма. Клиенты это ценят и 10 лет кряду доверяют свое хорошее настроение одним и тем же мастерам. Почему? Мне нравится, как они работают, и отношение человеческое. Несомненно, теплота и доброжелательность в сфере услуг – главные помощники мастера. Но профессионализм в этом процветающем и развитом бизнесе все же главный. Чтобы оценить работу парикмахера, надо испытать его технику на себе. Доверяюсь Жанне Григорян полностью и понимаю, почему ее парикмахерская называется «Мишель». Французские ароматы, изящная техника и высочайшее мастерство. К девчонкам едут из других городов не случайно. Наверное, каждой женщине такая ситуация знакома, когда ожидаешь одного, получаешь другого всем. Вот нет ни одного человека, которому это было незнакомо. Я просто со Снежаной здесь уже работаю 10 лет. У нас тоже были такие ситуации, когда я получалась там зеленый, какой-то у меня пигмент вылазил, еще что-то. Мы сидели с ней по 4-6 часов. Сидели, пока я не выходила с тем результатом, который меня полностью устраивал. Поэтому это дорогого стоит, потому что многие кидают, говорят, все, ничего не надо, ничего не получится и так далее. То есть, естественно, что то отношение к своей профессии, да, именно профессионализм такой достаточно очень высокий, меня подкупает. Да, это правда, что я приезжаю из Сочи, потому что, ну, вот как-то нашла здесь своего мастера. А мне даже трудно представить, как это много лет подряд начинать свое утро так рано. Ведь это сегодня сын Жанны, в честь которого названа парикмахерская, взрослый парень. А ведь тоже, наверное, грустил мальчишка, что маму так редко видит дома по утрам. Вы на работу приходите раньше всех, к 7. Почему? Потому что мне нравится, чтобы клиенты были довольны, им надо на работу пораньше пойти, и вот они радостные уходят. Жанна училась своей профессии с удовольствием, потому что выбрала ее раз и навсегда. Получала образование в бизнес-центре, и мне очень там понравилось. Анна Арамовна очень хорошо нас всех обучила, вместе вот со Снежаной там как раз закончили, получили диплом на отлично. Вы любите свою профессию? Да, очень, очень люблю ее. Потому и прихожу так рано. Всем, кто дарит нам хорошее настроение, делает нас красивыми, идет в ногу со временем, мы готовы признаться, что ценим ваши усилия, уважаем ваш труд и выбираем среди вас настоящих профессионалов. Гордимся вами и искренне поздравляем.